Рожденная в стенах тайного ордена надзирателей принесла свою присягу скоржам ради мести. Она идеальный пример сочетания скорости и силы. За годы, проведенные в лесах, она обучилась сливаться с местностью и быть похожей на тени, наносить удары в самые неподходящие моменты по всем врагам. Все это сделало ее просто отличным ассасином. И, соответственно, сегодня у нас гайд на Фантом Ассасин, ребят. Самый лучший мощный крит. Самая мощная непробиваемость с помощью блюра. А это значит, что сегодня будет жарко. И поэтому всем приятного просмотра. И погнали смотреть этот прекрасный гайд на прекрасного персонажа. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это вот такая вот способность. Кидается такой вот даггер. Это направленная способность, имеющая рейндж 1200. По достижении цели данный даггер будет наносить урон и замедлять на определенное количество времени. Смотрите, на первом левеле 60 демеджа и замедление на 1 секунду. На втором левеле 100 демеджа, замедление 2 секунды. На третьем левеле 140 демеджа, замедление 3 секунды. На четвертом левеле 180 демеджа и замедление на 4 секунды. Колдаун 6 и монокосты у нас 30, 25, 20 и 15 с каждым левелом уменьшаются. Вот этот демедж, который тут указан, 60, 140, 180, это демедж именно по крипам. По героям демедж будет идти немного по-другому, он будет идти 30, 50, 70 и 90 демеджа, но это будет pure damage, ребят, стоит это запомнить. Есть одна особенность у этого даггера в сочетании с нашим критом и в сочетании с нашими любыми модификаторами атаки. Данный даггер будет провоцировать этот модификатор, то есть если мы кидаем даггер, у нас может быть тут минус армор, может быть баш, может быть молния, может быть наш родной крит, или же вообще может в принципе все прокнуть. Вот примерно вы сейчас увидели, может быть сейчас дальше идет заставочка, потому что я не знаю, как это будет выглядеть в принципе по времени, но надеюсь, вам это будет информативно. Поэтому в сочетании с даггером, то есть потом не удивляйтесь, что у вас вылетает баш или вылетает молния. Это нормально, это прикольно. И рейндж, кстати, тоже классный, ну вот не знаю, вот я сказал 1200 рейнджа, да, или не сказал, не знаю, ну рейндж реально очень большой. И это позволяет очень жестко нагнетать своих противников. И в принципе как-то так. Ребят, не стоит забывать, что данный спелл может провоцировать третий спелл Акса и в принципе возбуждать третий спелл Ризрака. Все мы знаем, что у Ризрака идет накопительно армор и соответственно регенерация. В общем-то по первому спеллу все, ребят. Погнали дальше. Итак, друзья, вторая способность нашего персонажа — это блинк, являющийся такой направленной способностью на каких-либо персонажей, будь то крип, будь то enemy и enemy героя или тому подобное. Нельзя применять на область, то есть нельзя блинковаться на землю, и как бы вот так вот это и будет работать. По уровням прокачки у нас улучшается колдаун. Колдаун у нас, смотрите, как будет: на первом 14, на втором 11, на третьем 8, на четвертом 5 секунд. И монокос всегда у нас один и тот же, 50 маны. Также дается нам тут бонус 130 атак спида на 3 секунды. Но количество атак у нас будет не больше, чем 4 атаки за эти 3 секунды. То есть, если мы 4 атаки эти нанесли быстрее, чем за 3 секунды, то бонус у нас, в принципе, пропадает. Эта тема работает так. Если мы прыгаем на enemy, бонус есть. Если мы прыгаем на своих крипов, бонуса нет. То же самое на своих героев, если прыгаем. Так, дистанция у нас по данному блинку 1000. И есть еще особенность. Смотрите, у данного персонажа, у Террорблейда конкретно, не зря вот тут у нас лежит линка, потому что написано, что линка блокирует вот этот у нас спелл, то есть мы не можем блинкануться. Но не тут-то было, мы блинкуемся, так еще и линку сбиваем. Ребята, держите вам такую небольшую фишку, помощь. Можно не тратить даггер, можно тупо сразу блинкануться, сбить линку и начинать убивать, не тратя даггер. Как вы знаете, даггер у нас сбивает линку, эффекта нет, ничего как бы не происходит. Так что вот так вот, ребят, держитесь. Админы либо фиксите, либо чините, я не знаю. В принципе, вот такая тема, ребят, по данному второму спеллу. В принципе, все. Погнали третий спелл смотреть. Следующая способность на нашем персонаже позволяет нам эвейдить некоторое количество, в принципе, не количество, а, в общем-то, все атаки, будь то ближнего боя, дальнего боя, в принципе. И в зависимости от уровня прокачки у нас будет количество вот этих миссов и васион, то есть уворачивания, будет разное. Смотрите, на первом левеле будет 20% эвейда всех атак, на втором 30%, на третьем 40% и на четвертом 50% эвейда атак. В принципе, вот мы сейчас докачали И Террорблейд должен промахиваться по нам больше. В принципе, я так думаю, что он будет больше промахиваться. 50% атак промаха у него должно быть. Смотрите, как промахи работают. И, в принципе, посмотрите, сколько промахов. Алло. Это что? Это что? Он просто по ней не попадает. Оп, попал. Жесть. Вот такие вот промахи у Мортретки у нас. Эта вся тема у нас перекрывается, в принципе, изи МКБшкой. Но... к сожалению, как бы МКБ на первом левеле, на втором левеле мы никак не можем купить. Также, ребят, данная способность у нас имеет вот такую вот тему. Смотрите, обнаружение вижен, обнаружение вот этого вижена, чувство как бы врага, да. 1600 рейнджа у нас держит вот эта тема. То есть, если кто-то ближе, чем на 1600... к нам подходит, неважно где он стоит, то есть неважно какой он там, в каком обличии, в инвизе он или еще что-то тому подобное, мы спокойно эту тему видим. Но эта тема у нас не распространяется на иллюзии, как видите, иллюзии сразу можно отличить, иллюзия это она у нас или нет, а вот настоящего персонажа сразу изи находит, как видите, обнаружение срабатывает. Террорблейда подводим ближе и срабатывает. К сожалению, вот это кик-АФК висит, очень сильно напрягает, ребята, и затормаживает иногда процесс создавания гайдов. И, как видите, работает обнаружение. И, в принципе, вот такая вот фишка с третьим спалом. Я думаю, все это, в принципе, замечали. Также есть особенность. Нашего персонажа не видно по карте, когда мы находимся вот в этой форме. Его не видно, этого персонажа, вообще, в принципе. То есть, если мы стоим на линии по карте, смотрим, где Мортретка. Мортретки нету вроде на карте, а раз, а тут Мортретка стоит, крипов бьет. Как бы вот этот третий спелл не видит, игнорирует вот здесь вот видимость по карте. По карте, ребят, вот такой вот у нас спелл. И очень часто, я помню, в топ-ТБшках я так прогуливал Мортретку, потому что я всегда муваюсь по карте. То есть, соответственно, идет какой-то файт. Ты дерешься, дерешься, раз такой смотришь по карте, кто куда убегает, и ты не видишь по карте Мортретку, потому что ее по карте не видно, и приходится искать вот так вот вручную, и, к сожалению, очень часто ты теряешь на это очень много времени, и, соответственно, это очень бомбовый спелл, позволяющий игнорировать большое количество атак, а также дающий вот эти фишки обнаружения плюс скрытность по карте. Ребят, пользуйтесь этими фишками и будете в теме. Погнали смотреть ульту. Итак, а самое, за что у нас ценится Мортретка, это 4,5х криты. Самые большие криты в доте. 15% критов. Раньше, кстати, были 10, потом сделали 15. Это очень сильный крит, который, в принципе, бывает прокает так, что мама не горюй. Смотрите, на первом левеле у нас крит будет 2,3, на втором 3,4 и на третьем 4,5 крита. Это очень мощные криты, позволяющие нереально долбить. Просто вот посмотрите. Вот сейчас они вроде не прокают, да? А могут когда-нибудь прокнуть, и будет очень больно. Просто 666, дьяволическая цифра. У нас ничего нет на урон, но криты очень больные, ребят. Вот такой вот у нас персонаж сегодня был на обзоре. Мортретка, которая очень жестко душит. И, соответственно, ребят... Найс, я хапаюсь хп, у меня линка сбивается, хотя это линка моя. Понимаю, то есть... Божечки, что за баги, админы? Чините скорее, когда возвращается мне моя душа. Лоу. То-то, да? Хитпоинты у нас как-то, ну, непонятно, ребят. В общем, ребят, данный персонаж очень сильный. Это является, этот персонаж является у нас лейтом, соответственно... Очень сильный персонаж, смотрите, какие хорошие статы у нас, 15 армора. У Террорблейда, кстати, тоже очень много армора на 25 левеле, но о Террорблейде мы будем разговаривать чуть-чуть позже. У нас, смотрите, в принципе, а Террорблейд-то поумнее, да? Но слабее, слабее, Мортретка сильная. Говорят, типа, вот женский пол. Ребят, в принципе, я считаю, что обзор данного персонажа прошел успешно. Теперь покажу вам геймплей. Покажу, как обычно, две игры, два разноса жестких на данном персонаже. И постараемся сделать все в лучших традициях и с классными сборочками, которые вы увидите уже прямо сейчас. Погнали. Этот песочный мэн, конечно, будет в песочке сидеть по КД. Я его не убью, у меня никогда не будет ничего. Итак, ребят, и как обычно интрижка гайдов. Что сейчас будет происходить? Санкинг даст ультимативную, или же просто убьет меня с руки, или я каким-то образом его убью. Интересно, да? Ребят, всем приятного просмотра, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Буду благодарен. Всем приятного просмотра. Мида. Так, и что ж, ребят, начали мы плейть эту игру, и, соответственно... Что ж, Мортретка, баним сразу. Чё там, Пуджа надо забанить, ребят. Самый сильный контрпик Мортретки — это Пудж. Вся магия вообще, всю магию не любит у нас Мортретка. Также Мортретка не любит Блейдмейл. Хускара она любит очень сильно. Хускара изи вообще убивает Мортретка, потому что у Мортретки много демеджа. В начальной стадии Хускару тяжело, он по ней промахивается, в принципе, это так понятно. Виномансера очень сильно боится Мортретка. Этот Ксин тоже неприятно, Лина неприятно, Зевс. В общем, все, что наносит магию, очень неприятно для этого персонажа. Но если вы скилловый, сможете увернуться. Вот Дума тоже, кстати, боится. Одна кнопка ГГВП, больше делать нечего. Вот, и в принципе можно брать, в принципе. Рикимару пофиг на наш промах, хотя, в принципе, с появлением у нас как бы башера Рикимару тоже страшно становится. Просто можно завязать даст и вгрызться в него. И даже, в принципе, плевать на эту тучку. Промахи у нас будут, в принципе, одинаковые. Ну, у Рики, конечно, чуть побольше. Ну, как чуть там значительно побольше. И так, в принципе, ну... Акс. Санкинг тоже пассивный дэмэдж. Так, и что у нас еще? Да и, в принципе, все. В принципе, по контрпикам я тоже рассказал. Ну, Вайпер тоже неприятно. Потому что если я буду его пытаться харасить через даггера, он сможет дрочить меня карасивами. То есть третьим спел. И так, в принципе... Ну, в общем, все персонажи, которые вносят магию, Мортретка боится. А так, в принципе, наш прокачанный один промах перекрывает почти половину героев. Никто не может по нам попасть, там туда-сюда. Вот Бладсикер тоже накинет, в принципе, Раптуру второй и Бладрейдж, и как бы там тоже много демеджа по нам будет. И, соответственно, тоже так неприятненько будет. Так что вот так, ребятки. Что ж, Урса, конечно, вообще это страшно. Страшно смотреть, как Урса промахивается по Мортретке. Я просто как-то недавно на стриме тоже, ребят, для вас играл. Ой, я не выспался. Играл, и как-то вот здесь вот Урса влетает на Мортретку, и по Мортретке просто все 6 тычек были промахом. Просто Урса боксирует, тук-тук-тук-тук-тук, 6-6, так вот, чисто 6 тычек, и все промахнулся. Я тогда арнул. Вот и все, ребят, вот такая вот история. Такая вот история. Так он есть. А, понял. Так он есть. Да, вот так вот. Вот так вот, ребят, так. Ну, ласт-пикер остается. Ласт-пикеры поехали. Отабек 002. МЮ. ОГ Мирикли. Хиро Киллерс. Хорошо. Бежим. Щиток бомжа. 2 тангуса. Веточку. 1 манку. Еще 1 веточку. И знаете почему? Ой, Омника берут. Ой, ну это, в принципе, не очень хорошо. Да нахрен мне твой Сларк. Все, пацану написали. Ребят, но тут придется немного собираться по нестандарту. Нужно будет эвейдить, кайтить, всю вот эту тему. БКБ 100% тут нужно будет. Линку мы не будем собирать. Скорее всего, будет тут... Купим Мортретка. Все, меня раскусили, походу. Будет тут, скорее всего, возможно, выход через лотар. По мамочкам. Лол. Непонятно. Так, ну забирает куру сразу. Животное, берет топорик. Что он несет? Я не понимаю, что несет Дум. Ой-ой-ой-ой-ой. Дум вообще, Дум, походу, слабоумный. Дум слабоумный, ребят. Так, ладно, выходим на руну. Кошмарим. Делаем вид, что мы слишком борзые. Хорошо. Все, я не пойду дальше. Так. У меня проблема. У меня Некролайт на линии будет. Некролайт будет пытаться забирать. Но мы будем максимально пытаться забирать дэмэдж. Ой, дэмэдж крипов с даггеров плюс с руки. Потому что мне нужен... Мне нужен буст ранний. Я почему хотел на мидлейн идти? Потому что чем раньше у меня под 6-7 левел, тем лучше я себя буду чувствовать в игре непосредственно. Конкретно имея левел. И вот кем-кем, а этим персонажем ластхидить я люблю. Такой звук прикольный. Так, линию запушили. Мне нужен будет топорик тут. Нужен будет тут топорик, потому что урона у нее очень мало у Мортретки. И ластхитить очень неприятно на самом деле. Но топорик обычно вот на боковые стороны я не беру, потому что можно их в боковом магазине прикупить сразу. Будет после пару крипиев. Оп, этого я уже не добью. Так, меня бить не надо. Хорошо. Так, ну на третьем можно будет попробовать. Да можно и сейчас, в принципе, поразминать. Возьмем Стикович. Сейчас, в принципе, прыгнем. Хорошо, разминаем, пацана. Нормально размяли, да, ребят? Просто прыгнули, 3 тычки. Я думал насчет орбов Веном, на самом деле. Все равно в скайде будем выходить. Возможно. Но стик тут по-любому будем брать. Хорошо, забрали. Но укуру я не хочу брать. Хотя мне надо взять, чтобы... Давайте, ребят, я возьму. Цирклетка. Хорошо, вот так сделаем. Но я, если честно, не... Блин, почему... Ребят, ну почему Кор должен брать курьера? Я не понимаю. Вот это аддонный Баратрум, помойный, берет куру и забирает. Хотя он должен и так ее взять. Так, я понял. Инвокер сливает мидлейн. Будет тяжело. Будет тяжело, ребят. Ладно. Хорошо. СФ 5 левел. Тяжело будет с ним стоять, но мне даггера только. Ну, я все равно бы СФ вытащил так и так. Хоть несмотря на то, что у него 5 левел. Ребят, кстати, Мортретка также и СФ тоже, в принципе, побавится на ранней стадии. Потому что койлы и реквайм очень много дэмэджа. А тут у меня, несмотря на то, что идет фарм вроде как-то, но крипчика все равно я прогуливаю. Думчик ходит. Йоу, топорик. Там, смотрите, с херстопера как запилило всех. Как запилило это всех. Некор просто на пассиве стоит и запиливает. Хилки на бочку. Забирает, максимально старается забирать. Так, ну и у нас инвокер на миде фидит. Прям тупо фидит, я не знаю. Прям тупо фидит. Стики есть, можно поесть. Печалька. Дальним койлом достал здесь, понимаю. Понимаю. Он средним койлом достал, я стоял в упоре. Молодец, СФ. Молодец. Ладно, будем убивать расфиженного СФа тут, потому что, ну, другого варианта я не вижу. Не пошел на центр, хотя СФ бы со мной не стоял бы, он бы на третьем левеле он бы уже умирал. Не хватило мне, конечно, блюра. 7 левел. Ого. Я пойду на центр, буду стоять на центре. ТПшка откатится. Опа, у нас тут бара фидит, ребят. У нас тут бара фидит. У нас тут бара фидит. У нас тут бара фидит. У нас там бара фидит. Сапожок есть. Так, ну будет интересно вытащить это дерьмо. Мортретка, в принципе, такой, но без буста хреново. Без буста хреново, конечно, будет. Эх, жалко, не добил. Ну, сапог есть, можно поесть. Дум там еще, там очень жестко будет. Будет очень жестко, но посмотрим, что это будет. СФ тут добьет, я не смогу, не успею уже. Вот так только. Так, креветка тоже фидит. Ничего страшного. У меня 4-й левел. Вот это вот просто овер хреново, потому что 4-й левел. 4-й левел это хреново. На 6-й минуте. Аквилу сделаем. ПТшку. Смотри, что делает. Ай, животное на баре. Просто. Ну, типичный баратрум, можно сказать. Можно так сказать, я думаю. Хорошо. Так. Сколько? 40 маны, да? Go raise band. Go. Попробуем. Давай, 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 давай. У него нету маны пока что. Курьерами убивать, да? Магии надо какой-то, но нету магии никакой. Хорошо. Хорошо. Просто отлично. Фидит курочками. Бароживотнич. Прикольный гайд. Так, ну есть у меня тут сейвы. Хорошо, продаем всю остальную непотребность. Продаем. Сейв 9. У меня 6. Вот 2 фрага вот эти очень много решают на самом деле, я считаю. И это круто. Это круто. Так, погнали на топ. Пробуем. Я думаю, там ЕС еще попробую дать какую-нибудь фиссуру. Нет, ЕС тупо back home. Хорошо. Есть мана. Умер. Отлично. Камбэкаем. Go, go, go. Go его, а чё бояться? Это же ЕСЭФИ. А что у него там в инвентаре? ПТшка просто и все. Да, не страшно. Такой СФ не страшен пока что. Пози взял для стрейфов. Это настоящий, по-моему, да? Че, бессмертный, что ли? На СФе на своем. Бессмертный, что ли? Думает, он бессмертный. Ну, ГГ тут, я его задрачу просто. Дагера 4-го. Хорошо. Таверну. Найс. Нет! Ах ты скотина. А как даблкил? А кого он еще убил? Огри... О, Миракле какой-то огри. А, это этот. Че убили? Что-то странненько. Как мне это вот это от кого до игрок там? Кого он там убил еще, что потом и меня убил? Печалька. Печалька. Ну, 1, 2, 4 идем. Пытаемся камбэкнуть с говна. С дебилами. 0-5-1. Фидит парень, кидает куриц. Попробуем такие задушить. задушить. Специально фидит. На миде, конечно, не доиграл я немного. Не надо было просто там прыгать, в принципе. Но SF средним койлом, конечно, в упор убивает. Это, конечно, прикольно. Гоу, кик его. Чекайте, эдами команда кикать его, скорее всего, не будет, потому что очень хотят выиграть. Но мы все равно тут будем кикать. Кикнули. Не, один кикнул, второй кикнул. Не, все кикнули. Молодцы. Теперь будут эту пачку курьеров, которая у нас тут будет, убрать бы куда-нибудь. Себе оставляем соло курьера. Делаю ТП. А тут, не знаю, буду ли успевать. Успеваю, дагер кинул. Ой, крит какой. Ой-ой-ой, какой крит. Шо инвокер у нас? Векс инвокер, что ли? Хреново. Будет без колдснапа. Да можем вчетвером. Можем. Гоуармор. Возьмем. Возьмем, выйдем в домик. Доминатор. Куры рисаются. Табло. Дрочится. Сейчас проблема будет просто. SF. Что SF купит? Что купит у нас SF? ЗБ ты. Так я корм, мне можно. Не переживай вообще. За меня не беспокойся. Ну, надо тычку тауэра. Хорошо. Там какой-то файт. Я тут умру. Я тут шансов нету. Все крипы рядом, блинк можно успеть. Нет, все, ушел. Хорошо. Хорошо. БКБ надо будет, башер. Хоть Омника забрал, то радует. Омника забрал, и то радует. СФ леса пылесосит. Ладно, гоу. Надо ТПшку носить, ребят. Блок можно уже продать, у нас есть промах. Поэтому блок мы будем продавать. И поедем дальше. Боже, что за трактор там едет. Что за трактор? Так, ес на топе фармит спокойно. Монета. Напряженочка. СФ что-то там, походу, с даггером с каким-то. Да, лотар. А СФ уже все. Ничего не сделает тут. Если немного погоняем. Походу, варды стоят на руне, такие видно было. Хотя не видно же все равно. Просто чуйка у пацана. Сливай кнопки. Исура. Хорош. Найс чардж. Хороший крит. Хорошо. Кто-то идет там. О, спектра, гоу, 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 гоу. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Блин, канули, кинули дротик в задницу. Через ее дисперсию прошло на изи, как говорится. Че, ребят, башер? Башер? Конечно же, башер. Первый айтем для мортретки, в принципе, я считаю, что можно взять какой-то отхил, чтобы можно было уйти в лес, если все плохо. Но и как видите, я в лес тут не ухожу. В принципе, более-менее все нормально. Но и башер, соответственно, айтем, который позволит нам вгрызаться, наносить много дэмэджа. И, в принципе, красивый баш — это всегда хорошо. Так, спектруля. Так, не хочу как хапать. Это ультимативные спектры. И, скорее всего, пойдем что-то в супер конкретно. Это типа либо скади, либо манта. Посмотрим. Возможно, вообще даже в лотар пойдем, потому что выключать пассивку спектре можно будет спокойно. И 11 левел надо. Так, ну баш почти у нас есть. Остаются считанные копейки. Реген заберем. Могли инвокера, кстати, оставить, но уже через shift нажал. Уже нажал через shift. Хорошо. Аж поляно. Есть кнопки. Можно с такими, кстати, айтемами из Рошана заходить. Просто в наглую. Просто в наглую идти Рошана. Но тут такая приколюха. Если сейчас найдем ауру, то пойдем. Все, нашли ауру. Нашли ауру. Пойдем в наглую. Сейчас только возьмем айтем. Там даблкил делает. Сейф идет. Хитрец на сейфе. Даем главное дэмэдж. Чисто давайте, если что, аут. Так сказать, ТП аут. Блинк аут на... Так, ну вернулся. Сларк, потанчи, плиз, чуть не хочу хапать. Эх, ну животное забирает мое. Ох уж этот... Так. У него шансов тут нету. Ой-ой-ой-ой, еще и Дум пришел, ну серьезно. Ладно, уговорили такие. Как обычно, ребят, психую, 1×9, покупаю варды, иду душить. Маднес, боже, дурачок. Это 85-я карта, они все думают, что это прикольно так. Куда вы бежите на бай? Божечки. Все, придется взять варды, сейчас задушу. Все, купил варды. Сейчас буду вардить, пойду заберу Рошана. Это смешно, на Мортретке, конечно, вардить. Найс, гайды. Гайды, найс, как говорится, доминатор на думе. ПТшка. 4 кура, кайф. Конечно, кайф. Баратрума, СПС, скажи. Баратрума. Так, ладно, я понял. Сюда. Так вот и погнали. Бредятина вот это. И БКБ, ребят, must have, БКБ. Для данного персонажа это просто... К маме не ходи, БКБ нужно. Но вот там они могут Рошана забрать, сейчас пойти Рошан, там лоу-хповый, я мог просто подарить Рошана. В принципе. Не люблю топорик выкидывать, но тут топорик выкинуть надо. Тут топорик выкинуть надо. Наглую попробуем, а не... Тут кто-то либо в лотаре, либо на эншентах. Все, лучше уйти. Скорее всего в лотаре, если СФ тут бегает. Не буду я на него прыгать. У него, по-моему, уже там откатилась вся тема. Так. Каиф Марита. Дано. Марита. Боже, что ж сегодня так не везет-то на тиммейтов, ребят? Почему такие тупые? Так, да что тут так постоянно светится? Марита. Крит. Рипера дай ему в очко просто. Каиф Марита. О, божечки. Подойди ко мне, пожалуйста. Марита. Ох уж это Марита. Марита. Так, 1600 на кармане, это хорошо. Да, на Рошане, кстати, также работает эта линка, сбивается. Так, ну Марита забирают мои, походу, тут кнопки. Все, гоу. Можно курицу сюда провести. Марита. Успеваем забрать тут Еса. Вот он, этот башер в каст, это подгорание задницы называется. Подгорание задницы. Марита. Марита. Боже, я даун. Я у заварни просто дефолты поставим. Не хочу их имбоварды свои ставить. Пацаны и так не выиграют. Пацаны и так не выиграют. Марита. 2700, это хорошо. Есть Аегис, это очень хорошо. Марита. Кто это у нас тут? Омник и Эсефиус. Решили побить крипиусов. Эсеф знает что-то, но не знает что-то. А дастов нет. Я вот такой вот чел без дастов. Нужна Марита. Рак! Пошли там 1×9. Рак! Все там, рак. Инвокер в инвиз просто зашел и все. Ща твою и тебя. Понимаю. Ох, что эти безмозглые мираклы всякие. Безмозглые мираклы вот эти. А чё, Абиссал? Или можно просто полскади? Но что-то такое. Не дерусь, я должен вообще драться с Аегисом как минимум. Просто весь файт куда-то уходит постоянно. Go. И Омник, тоже Омника надо фокусить, ребят. 3600 золота. Надо вот что-то такое. Типа диффуз, что-нибудь прикольненькое. АФК файтинги. Ходим АФК, как говорится. Или БКБ. Гоу БКБ сначала. БКБ позволит мне плевать на всех. Сначала БКБ. Додумаются там блейдмейлы сделать. Если тут минус Дум на меня будет кидаться. Прямой контрпик, да, конкретно, конечно, будет. Сакрет купил Омник, молодец. Точно проиграю теперь. Гоу, Кумариты, фуфу, Аганим. Лотар, СФ, Яша. Кумариты. Кумариты. Думаю, я соло, наверное, не потяну. Аганим, конечно, тоже неприятно. Есть Аегис, в принципе, можно Аегис разменять. Кумариты. Надо предложить, чтобы сыграть по таверам вот так, например, вот сюда, туда. Не леса фармить, а попробовать пойти задушить. Может, у нас есть Аегис? Сларк, лучше Омника пытайся убивать. Не надо. Ой, сейф в центре взял. Нифига себе. Понимаю. Мариты. Ого, СФ какой. Какой СФ у нас дерзкий. 1 минута до окончания Аегиса. Ну, конечно, ЕС у нас. Ой, ЕС, СФ у нас, конечно, сильный. Попался. Он в лотаре бегает. Так, есть. Тут, наверное, кто-то. Омники. И могу БКБшного направить. Гоу я. Че, будем драться тут? У меня Аегис, в принципе. Хорошо. Аегис бы разменять сейчас. Умерев. Но уже, по-моему, сейчас он закончится. Омник тоже очень сильно контрит, потому что, ну, ультимативно нажимает там все, ГГ. Есть варды. Хоть сейфил стак, и их скончается. Хорошо. Хорошо. Есть Эсефиус тут. Нет, Эсефиус где? Эсефиус наверх побежал, да? Да. Нет, он еще тут. Через руну, скорее всего, пошел. Да, он тут где-то. Он тут. Или да, он где-то здесь. Где-то тут был, потому что аура, да, он пошел. Он вот так наверх пошел. Я еще звук ботла слышал. Все, гоу. СФ пока. Не надеялся. Тавера, что-нибудь такое надо душить. Что-то как-то бешено, как-то, ну я не знаю, по карте бегаем как дурачки, ничего больше не делаем. Это меня вообще не устраивает. Что-то вот просто вот эти разлады каждый раз. Ну нету такой сплоченности, которая должна быть. Каждый раз персонажи где-то... Все, найс. Рипер законтрил. Спасибо тебе, дурак на инвокере. Понимаю. Так, СФ. Лотари. МКСА, найс, он заходит, день сейчас. Понимаю. МКСА. Гоу, попробуем. Вот диффуза, ну не хочу я диффуза, специально слот забивать диффузами, чтобы этого пацаненка пробивать. Хватит торнадо давать, братан. Непрофитно. Больно. Больно, гоу, тут крипы есть, да, пробежимся. Так сказать, марафон устроим, пацана. Ладно, хорошо. Мегакилл. Спектра, да? С спектрой будет, в принципе, несложно. Мне только в нее вгрызаться. Единственное, там Дум. Дум проблемный будет. Дум будет проблемным. Хорошо. Как ребенка. Просто шапалах. Сын опять уроки не сделал. Бах. Мегакилл. Понимаю. Вот это Мортретка. Лес фармит. Да пусть фармит, тебе-то чё. Ты свою кнопку на Мортретку просто нажми и все. И не парься. СФ-то по-любому надо фармить леса. Ой, СФ-то как-никак. Тема такая, что... У Сейф эта тема такая, что ему души надо набрать. Он по-любому в лес побежит сразу после смерти. И тут игра будет продолжаться до тех пор, пока я не получу от противников МКБ. Или Дум. Нас четверо. Дум таргетно работать будет. И хочу брать с этот башар апнутый. Хочу. Нужно что-то серьезное делать. Что-то такое, что позволит мне сбить с себя таргет. Чтобы меня не контрили. Рошан есть. Смело рошу можно. Возьмем один вардик, сюда направим. Куру мы туда направили уже. Спектра ультует. Печалька. Быстрая. Манту делает. Ай-яй-яй-яй-яй. Куру мою слили там. Печально. Его. Алло, извращенец, хватит леса бить. Помоги нам. Тут они. Да, нет, тут они в Рошпите. Все, ультимативная поехала. Справились. Успеть, пока Спектра не пришла, просто нужно. Молодец. Просто вдвоем с Некролайтом играем. Он Дэспульсом забрал. Серьезно. Так, ну это у нас Скади будет сейчас. Ну без Сларка, ребят. Ну что-то в 2 на 5 играем с Некром. Но Некр такой персонаж, он на пассиве убивает. А я чисто, ну, позиционка с руки плюс. Тяжело, тяжело. Сларк дурачок. Инвокер дурачок. Тяжеловато. Можно сказать и так. Go. Let's go. 100 likes and let's go. Что, рано? У меня Егис, -1. Попушить чуть-чуть, рано ему. Рано ему. О, божечки. Но мы сейчас так рано, это называется, я Егис. Сольем просто так. Так, у нас же тут полно еще курьеров, почему бы не закупиться? Что там, курочка летит? Хорошо. Ой, какой же ты сыкун. Боится, там и есть, там Спектра. У нас Сларк, у нас криты 4,5. Он боится. Понимаю. Единственное, кого там надо бояться, это Дума и Омника. Потому что Омник нажимает одну кнопку и дэмэджа я не наношу. И все. А ЕС чем бояться? ЕС прыгнуть нормально не может, это видно. У него руки трясутся. Он переживает, он нервничает. Хорошо. Торетто. Доминиканцы, вперед! Кидай свой дум. БКБ нажму. О, Спектруля. Гоу, я тебе немножко. Вот это настоящее. Поможете, ребят, или нет? Алло, лохота. Я ВС кого тут дерусь вообще? Я не понимаю. Один просто стою, дерусь. Ну, ребят, ну 1×5 я тут рили играю, я не знаю. Это смешно. Просто чевапчичи какие-то произошли. Ничего вообще никто не сделал. Я влетел с Аегисом. Я всех убил. Ну, ребят, ну, по-моему, это Мортретка. Я не знаю. Я конечно, не эксперт, но, по-моему, я на Мортретке играю. Когда 1×5 делаешь этими критами. Все, удали. Собака. Омник. Решиль. Взяли Торнадовича и поехали. Рано! Рано ХГ еще. Пацаны. Надо потроллить немножко. Все. Хорошо. Хорошо. Ну и что ж, можно сделать рапиру, в принципе, концовочкой. И попробовать дать пацанам выиграть. Хорошо. Сразу сливаем. Помойку эту. Дум там есть. живой. Всех застилил, пацан. Ладно. Не застилил, но он тоже там они раздамажили. Молодец. ГГ. А чё думал критануть? 2500. В лотар зашел кто-то. Оба почем, по-моему, зашли в лотар. Надо отойти. Все, хорошо. Да, все, она из Дума туда дали, все дали. Даже он Магнус включает просто. Эй, тип. Пахну разок. Боже, как же я режу. На-на-на-на-на-на-на-на-на. На Омникве, на Омникве. Вот это Мортретка. Я тебе дай критану. Не дают критовать. Боятся. Я даже специально не пушу, чтобы... Сэф, вылазь. Эх, и не дали таки забрать. Ну, ребят, ну, примерно тут показал, что 1×9 можно, в принципе. И как бы, что я вам еще хочу сказать. Фидер на Баратруме молодец, запоминайте его никнейм. И баньте все его, в принципе, потому что вы сами видели, что он делает. Он 5 минут... Ой, ну 0.9 это... Он, по-моему, 0.6 уже ливнул, 0.5. И как бы вот так вот. В общем, ребят. Умрет ЧСФ. В общем, ребят, поехали. Еще одну каточку. Еще одну каточку. И это будет тоже прикольно. Напишу, так, всем видно или нет, чтобы не было потом. А я писал би, я на мидби. Итак, ребят, поехало. Сейчас попробуем, ну, сейчас сыграли, в принципе, в стандарте, через башеры и прочую такую тему. Можно сыграть на Мортретке, в принципе. О, это хорошо. На миде Омник это... Ой, Омник это... На миде Алхимик это прикольно. Так, ребят, что... Тебе мид такой, знаешь? Думает. Ошибся он или нет. Сделаем так пока что. Хорошо. В общем, смотрите, что по страте. Можно собраться в молнии, но тогда нам придется брать Володьку. Но тут еще такая проблема, что Володьку-то не очень хотелось бы брать, потому что это лишний слот для данного персонажа. Данный персонаж славится именно тем, что, ну, именно вот конкретно собираешь какие-то лайтовые предметы и чисто разносишь игру там. Ну, за считанные минуты. В общем, там сейчас опять Спектра берут, но я не знаю, опять БКБ придется делать. Санкинг тоже БКБ придется делать. Короче, ребят, пойдем, наверное, через Дезоль. Будет интересно, как думаете? Мортретка через Дезоль, да, как обычно пишут. Но тут, конечно, такая проблема, что молнии... Молнии такое дело. Молнии такое дело. Такое. Дезоль 3500. 50 демеджа всего-то. А можно пойти через БФ. 2-3 БФа просто в барофлу. Слушайте, а почему нет? Я на стриме играл с ребятами. 6, сколько? 5 БФов я сделал, да, ребят? Помните? 5 БФов. И это было очень жестко. Доверься просто и все. Так, найс. Ну и Тиника взяли. Тиник тоже очень жесткая контра, потому что хитпоинтов у Мортретки, как правило, нету. И, соответственно, будет очень тяжело. Так, ну не буду откидать до гера, не вижу смысла. Так, Алхимику дают там руну. Таки. Надеюсь, Алхимик возьмет руну без третьего спелла, потому что Был у меня на гайде один чел, когда, по-моему, на Питлорде играл. Он берет руну без третьего спелла и такой, а потом прокачивает монетку. Я мить, такой, знаете. Ну, дурачок, ребят, к сожалению или к счастью, я не знаю. Мне это, в принципе, разницы не имеет. Так, начнем разминать алхимика, в принципе. Нет, алхимик тут. Ах ты засранец. Потычкуемся немножко с пацаном. Добиватель 228. Надо взять промах и размениваться по тычкам. Печально, всех крипов прогулял, что можно было. Хорошо, хоть так. Ох уж эти КамАЗы перед двором останавливаются. Если бы вы видели, какой склон у меня тут на горке, то вы бы, наверное, офигели, что тут КамАЗ делает. Так, берем базилку. Первый артефакт против алхимика — это базилка. Понимаю. Так, первый артефакт, который мне нужен, это базилка, конечно же. Хорошо. Сейчас крипы отойдут немного. Алхимик сейчас тут хорошо под тавром, конечно, хапанул. Да блин, уезжай, пожалуйста, отсюда. Не порть гайд. Божечки. Как хорошо, что машину возле двора не поставил. А то такой спам. Хорошо. Потычковались, так сказать. А ты куда идешь, наркоман? Слушайте, ну у меня хитпоинтов, по идее. А, вот так вот можно. С иллюзиями. Хорошо. Иллюзии. Подождал чуть иллюзий, пока подойдут. И, соответственно, напал. Там шансов нету. Акс мне крипов идет. Сюда, ребята. Сюда. А, им пофиг. Все, я понял тебя. Забирай своих крипов и проваливай отсюда. Хорошо. Далее. Так, можно взять сапог орбу. А, все, он монетку взял. Он доволен. Где такой жирненький. Гоу. Вот этот айтем, вот этот. И вот так вот. Хорошо. Базилку офнем. Сейчас вообще можно спокойно разменивать на хитпоинты его. Просто изи. Можно сейчас вот так вот даже сделать. Он за крипа тут вообще жизнь отдать готов. Алхимик тут за крипа жизнь готов отдать. Так, ну будет блинк, можно будет прыгнуть. Хватит, разменялись. Промахи очень хорошо помогают. Много демеджа я и вейжу просто. Все, алхимик на базу пошел. Плохо. Кто-то там бегает за алхимиком. Магнус бегает там на лоу хп алхимос. Но убивает таки он алхимика. Не знаю, я просто алхимику тут ничего не даю. Хоть он и в миде видит крипочков, но не столько, сколько должен. Не столько, сколько должен. Все, критульки есть, критульки. 4-й левел. Сапожок, хилочка. И поехала. Очень сильно я линию запушил. Алхимик сейчас под тавром тут. Ладно, гоу. Конкретно уже туда. Будем загуливать под тавр. Оу, надо резче, это просто фрифраг будет, если сейчас. Так, на алхимик на руну в наглую пошел просто. Монетка у него там в приоритете вообще. Насмотрятся гайдов всяких и ходят за монетками всю игру. Понимаю. Химик, братишка! Ну не надо фидить. Мортретка в лейтгейминге, братиш, это очень больно. Хороший вард, кстати, кто поставил, отмечаю. Магнус, Магнус, красавчик, если ты мой подписчик, знай, что это очень хороший вард, мидеру он очень помогает, тем более, когда такой мобильный мидер, как Мортретка, которая постоянно на бусте будет душить своих оппонентов. То есть сейчас конкретно у меня идет буст, и причем не хреновый, алхимик в дерьме, он для меня изи фраг, и все, в принципе, все. Вот так вот это и делается, так что, Магнус, а если ты мой подписчик, ты красавчик, а если ты не подписчик, то подписывайся. Будешь красавчиком. Вот так вот. Спросим. Ты мой подписчик? Он, наверное, не понимает. Чего? Чего за говно ты несешь? Что-то интересно стало. Он же отреконнектился. Давайте не будем усложнять. Не, ну мне в принципе пофиг. Я и без него выиграю. Но парнишка зашел поиграть в доту. Еса, 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 долби. Хорош, хорош. Я бегу, я там помогу. Надо отойти. Нет, Урса не умрет. Я там через шифты направил. Хорошо, сейчас заберу любого. Килл любого. У камня есть мана. Хорошо. Но камня нету. Поехали. Сразу фейзы наперед и вот так вот. Отлично. Ну, надо Магнуса задрочить, братишка, сказать, подписывайся на мой канал. Ставь лайк, обязательно будь в теме, приходи на стриме, буду на стримы, буду рад всем. Жалко, жалко, жалко. Ехала. Так, пацана можно развести на кнопки. Или нет? Ладно, ну слишком опасно. Печалька. Опасно. Так, нужно уплотниться. Опа, Тини-то кнопочки слил. А это чревато, братья. Это чревато. Можно, 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 Магнус тут, хорошо. Можно. Уходи, 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 я блинканусь на тебя. Уходи. Хорош. Go в Battle Fury, ребят. Go в Battle Fury. Хорошо. Пока стоим, ждем хила. Можно накидать. Можно накидать. Молодец, Магнус. Хоть он играет на 4-й позиции, это видно, потому что он не фармит как бот. Вот это правильный гейминг, в принципе. Он молодец. Вот могу отметить, что он реально молодец. Вард правильный мне на центр поставил, который мне, в принципе, помог очень хорошо. Я сделал свои фраги начальные, которые позволят мне забуститься еще сильнее. Плюс мы опустили немного алхимоса. Хорошо. Сейчас пойдем по верхней, вот тут, тут. Если идет кто-то с руны, он умирает. Нет, никого нет. Что за руна? Нет руны. Значит, вот сюда кто-то пошел, через верх пойдет. Химик дабл дэмэдж. В принципе, в химика могу изи вгрызаться. Даже под тавер. Все, не вижу смысла. Он отдал кнопки. Плюс ультимативную нажал. Не буду нападать на него дальше. Ребят, хочу очень Battle Fury. Вот осудите меня за такой выбор, но очень хочу Battle Fury. Такая старая Мортретка, которая с Battle Fury будет просто душить и... Так. У него сейчас ульт, по идее, кончится уже. И хорошая фиссура. Опасно слишком. Опасно. Сейчас хилиться будем. У него эхо еще там. Уф. Уф. Хорош. Ну, страшно тем, что сейчас может прилететь одна фиссура, минус 2. Одна фиссура, минус 2. Вот так вот делаем. Все. Есть мана на фиссуру? Хорошо. Все, держаться вместе на отходах. Гоу-хилочку вот так вот сделаем. И ТПшечку. Без ТПшки я какашка. Хорошо. Пуш вовремя тоже подоспел. Красавчик. Сейчас будет БФчик. Так, тут у нас кто-то есть. ТПшку слышал. А, это Химос. Химика ультимативная. Не вижу смысла, ребят, бить, реально. Ну, если был бы дабл дэмэдж, я бы, конечно, сливал бы все КДшки на него, но... Какой смысл, когда нету дабл дэмэджа? Будет БФ, да. Смогу. С БФом, да. Вот там Санкинга зажарили. Так, ну восполняем ману пока что. Хорошо. Фулл мана сейчас будет уже. Гоу. Че бояться? Yes. Все тут. А это иллюзия. Хорошо. Интересная будет игра, Магнус красавчик тут. Прям радуется душа. Ой, то настоящий, нифига себе. У него же кнопки должны быть. Я не буду прыгать. Хорошо. Не буду прыгать, там они все вместе стоят. Наркоманы. Хорошо. На этой линии дофармим БФчик свой. 3 пятерочки. Это хорошо. Давно так много на Мортретке не играл. Это вторая игра. На Мортретке интересно играть. Все хорошо. Хила по КД просто ношу себе, потому что по хитпоинтам проседаю. Ну, через БФ, не через маску. А так в лес забежал, хп отрегенил, выбежал. Тоже, в принципе, попроще. Можно сказать, я на хил больше трачу, чем если бы купил бы маску. Тавр я тут гнобить не буду. Так, алхимик берет монетку. Даже до бродсворда тут копейки остались. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пьюр дэмэдж с первого спелла вылетел. Ребят, пьюр дэмэдж с первого спелла вылетел. Жесть, конечно. ТПшка есть. Так, ну овнят там, пацаны. Пытаемся задевать сплэшем как можно сильнее. Вот так вот. Вот так вот. Хилимся, живем. Он через руну ушел. А, ТП просто сделал. Побоялся. Хорошо. Гоу сейчас в какой-нибудь отхил. Можно потом еще БФ и БКБ надо. Отхил плюс БФ, БКБ. Гоу ЕСа накажем. Он не видит, что я по карте бегу. Он видит только тогда, когда я подойду поближе. О, там еще кто-то есть, Санкинг. Да. Нельзя. Без БКБ вообще тут не игра. Замедленный. Хорош, но там сейчас застанет. Опасно мне туда прыгать. Ой, Акс прыгает. Хорошо. Опасно. Отойти. 200 маны еще есть, плюс там Санкинг. Не, я не пойду. Гоу на Б, наверное. Вот так вот сделаем. Нормально. От хила просто не хватает через этот билд. Вообще прям категорически не хватает. 14 минута. Руна, бро. Молодец, развернулся. Понимает. Сейчас отхил придет мне. Хорошо. Все, есть вампиризм. Сейчас вампиризм будет попроще. Делается там. Так, у нас тут кто-то есть. Мортретка возбудилась. Можно забегать будет в лес просто и с леса на регенах. И ес там не сильно далеко зашел. Ах ты, Санкинг. А, печально. Печально очень. Вот так вот сделаем. Ох, что-то Санкинг. Если бы сейчас разменял бы быстренько, я и ушел бы. Санкинг... Ну, я видел, что кто-то есть, но я не видел, где. Просто светится, но я не вижу ни по карте его, нигде. Вот где вот. Где он мог быть, я не знаю. Не видел его. Понятно. Вот так вот. Эх, дасты. Взять и просто лицо ему сломать. С дастами и все. Прикольно. Чего там, хорошего гайда или стрима? Не знаю. Не знаю, братан. Чего хорошего? Или гайда, или стрима, выбирай сам. Гайда, конечно же. Гайда, конечно же. Оу. Волчары есть, можно поесть. 140 урона с руки, поехали. Ес там, можно еса сейчас зажучить. Магнус спалился немножко. Ладно, тогда уже можно выходить. Просто пойдем пуш-тавер. Можно вообще Рошана зайти. Рошана, гоу. Жамшу, там она! Я в наглую зайду просто. Волка ставлю на стриме, чтобы... Кто, Акс ворвался? Хорош. Хорош. Понимаю. Понимаю. Все, можно возвращаться. Что гайда на Гондора. Будет и на Гондора, но всех будет. Так, ну кто-то идет, да? Или на эншентах стоит? Не, все, можно спокойно. Не заметили они, что я тут. Спектры, ультимейт. Ультимейт прыгнул на... на Роши, типа, случайно. Так, Пудж у нас тут инициирует хорошую драку. Шоквейв от Магнуса и сразу же хукшот. Найс. Ну, Магнус тут фуллсап, смотрите. Он даже с четвертой просто в пятерку переоделся. С вардами. Изи. Магнус молодец, просто саппортит тут. Редко сапов можно встретить на поинтах 2-3к. Поэтому, как бы такое. Дасты бы на Санкинга. Можно изи мид. Опа, это же хорошо. Санкинг сразу почувствовал, что там будет жопа гореть у него. Можно с такими айтемами заканчивать игру, в принципе. 15-минуточка. Пуша идти. Тини там солринги. Просто ломаем. Ну, вообще, я не знаю, изи катки. Когда еще саппорт, есть вообще изи катки. Позиционку главное держать. Хорошо. Можно смело дальше. Крипов смету с одной тычки. Понимаю. Понимаю. На-на-на-на-на. Ребят, ну гоу наглее. Что тут церемониться? Никто не дефит. ГГ, изи катка. Глиф, ура. БМ там успехи, да? БМ успехи. Гоу БМ. Этого пацана отвести. Так, закрывают. Магнус топот. СК все испортит. Эх. СК все испортил, конечно. Ну, мне кажется, я... Не то, что, ну, знаете, нет, не занаглел. Немного не хватило того, что команда была далеко. Не... Кажется, вы зря тут пока стояли. Может, а я сколько стоял, соло бил. Не, ну я стоял, сколько я тавр бил. Я потом пересмотрю по карте, где они стояли. Когда буду видосик уже смотреть, делать, монтировать. Где-то, ну, я сколько я стоял, долбил. Потом пошел файтиться, убился АБМ. Они до сих пор шли. Ну, на секунд где-то 15 минимум они были далеко. Очень далеко были. Боже, я рисаюсь дольше всех. Я первее всех сдох и рисаюсь дольше всех. Так, ребят, ну на самом деле. Гоудаст и ТПшку. И БКБ надо. Ну, БКБ в любом случае надо. Без БКБ, конечно. Ну, баш, конечно, крутой артефакт. Для данного персонажа. Без баша, конечно, не очень. Гоу. Сначала БКБ. Дай критану. Божечки. Есть пол БКБ. О, мяско. На есе. Прыгай. Хорошо. Как говорится, тайный ассасин в деле. Так сказать, на характере. Забежал, выбежал. Тых-тых-тах-тах. Вот это и, в принципе, способность. МХ, конечно. МХ, конечно, бро. Бан тогда. Ару. Я не буду нажимать туда сты. БКБ дождусь лучше. Пробафал. Хорош. Сейчас Всюра пройдет, но летит БКБ еще далеко. Хорош. Уф. Даже без БКБ. Просто хрясь. Там крит, тут крит. Вот это мортретка, я понимаю. То есть это то, ради чего вообще любят мортретку. Это вот эти криты. Ну, бэкдор такое, конечно. Была про пираток спида, я бы спушил. Будет по кайфу. По кайфу. Ладно, возвращаемся на свои круга. Это сплэш, ребята, это сплэш. Магнус дает одну кнопку. Бах. Все, ГГ. Вешайтесь. Так, ну сейчас будет СК тут прыгать. Это к мамке не ходи. Ой-ой-ой. Магнусу очко засейвить надо. Ой-ой-ой. Могу вот эту дурочку. У меня пока... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уф. Какой блиндага. Серьезно? Ай-яй-яй-яй-яй, не души. Аваланчи есть у тебя? Чпоньк в камень такой, клинок. Хн. Надо вместе держаться с спектра. А, спектра. Сколько спектры еще? Она еще жив... Она живая. Может ультануть. Найс. Но такие сурвивы я люблю. Сурвивы. Go. Короче, на эншентов. БКБшка, КД. Больно спектре. Спектра вообще, не знаю, отлетает как кусочек какашечки. Гоубаш, что ли? Хорошо. Но вместо чего? Вместо дастов? Блин, да дасты ж никто не берет. Санкинг варду сломал кости. Крит. 1000. Ой, 1300. Я чуть не сдох сейчас, на самом деле. Такие криты нужны нам. Такие криты нам нужны. Так, Магнус, Empower, поехала. Empower и поехала. Акс, давай работай. Акс, работай. Акс, работай. Ох, что-то... Акс. Ну, Акс, найди в очко просто. Акс, 0 кнопок. Акс, 0 кнопок. Так, начинается файтинг. Нет. 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 Тиника, главное, бояться. Найс. Эскабы. Этот песочный мэн, конечно, будет в песочке сидеть по КД, я его не убью, у меня никогда не будет ничего. Ребятки, а ну-ка. Хорош просто! Домой! Ой, арирую. БКБ успеть нажать только. Хорошо. Хорошо. Ну, через БФ, ребят, тоже прикольно, да? В такие моменты прикольно. А Санкинг байбек нажал. Бежит, как животное за мной. Так, а есть Рошан, ребят. Хорош. Два крита просто. Перевернули Санкингу задницу. Найс, я что-то крипчиков подвел деликатно. Так, сейчас попробуем, говорю. Фасть. А, еще, кстати, один прикольный бонус. Это то, что БФ становится топориком, а можно рубить деревья. Это вообще по кайф. В лейтгейминге это по кайф. Когда есть слот, позволяющий тебе срубить дерево. Это классно. Так, ребят, начинается там какой-то непонятный, суразный файт. Нужно пойти или помочь, или не надо помогать. Но БКБшки нету, это чревато. БМ нажала? Нажала? Вот так, вот так. Это все со сноуболом будет, но нету кнопок у меня. Дай! А, печалька. Не дали рэмпэдж. Но сколько ультракиллов было зато, ребят. Ну, я, мне кажется, тут сам не доиграл. Надо было стилить пытаться. Ладно. Хорошо. Хорошо. Гоу. Возьмет Аигис. Рош Магнус, конечно, тут в мидгейминге очень мне много сделал. 3000 крит. Хорош. Хорош, Магнус. Ходит за мной как нянечка чисто. А здесь тебе это надо, тебе это надо. Go Empower и Rampage надо. И это я так не получится. С такими затарами надо Rampage. Надо Rampage. БМ появляется. Два. Что, страх потерял, что ли? Байбэк. Let the hunt begin. Understood. Лотар. Я понял. Сандрячков нет. Но сейчас попробуем сделать что-то какой-нибудь прикольный мув. Все, есть. Есть кнопки. Боже, какая же ты быстрая. Ну, это не то, что я хотел. Пойдет. Они меня шарахаются, как бешеный. Нет. Два удара. Ну, не успею я тут. Заморозили Санкинга. Печалька. Конечно, Мортра. Мой химик был. Конечно. 2 крита, 2 смерти. 3000 крит. Печалька. Не дают рэмпейдж, но сделал 2 ультракила, в принципе, ребят. Для гайда, я думаю, этого может быть достаточно, может нет. Напишите обязательно в комментариях, достаточно ли вам этого. Нужно больше крови, да? Ну, на рели тут нужно больше крови, потому что, ну, некрасиво так, ребята. Не дали такие рэмпейдж. Все, залим муншардик, погнали. Попробуем сейчас с реализации. Пусть ребята там умрут, там аегисы. Ой, ну поздно. Ой, вернее, рано. Рано, братан. Ультракил. Дайте. Ну, Санкинг во фризе стоит. Ребят, ну, вот такая вот каточка вышла у нас на Мортретке. В принципе, благодарен в этой игре Магнусу за то, что он мне облизал, в принципе, мид. Ну, как облизал? Он достаточно было поставить хороший вард. И, в принципе, игра тут более чем удалась. 35:1. Смотрите сами, какой затар вам лучше делать. Можно через молнию пойти, но я уже не стану третью игру вставлять. Через дезоль тоже. Я пошел сначала через баш, потому что там такая ситуация была, что нужно было просто отхил плюс баш. Потом тут в игре в этой я пошел через БФ, потому что тут Магнус. Ну, в принципе, это Dota, это вариативная игра, где вы, как видите, результат зависит от того, что вы соберете, в принципе. Ребят, кому понравится данное видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждите новые гайды. Обязательно пишите в комментариях, понравилась ли вам эта игра, конкретно вот эта игра, крайняя самая. Или понравилась первая. Ну, тут такая эпичная, красочная, а там именно камбэк с фидером, ребят. Но, в принципе, у меня для вас все. Больше ничего нету, к сожалению. К сожалению, этот гайд подходит к концу. Все, всем спасибо, ребят.